Школа баскетбола сербско-украинская отличается. Я знаю, что сербский чемпионат закончился в середине апреля, в начале мая. А я закончил сезон только 25 июня, поэтому мне было мало времени для того, чтобы отдохнуть. Но я использовал по максимуму свой отдых и уже 16 числа прибыл в расположение сборной. В некоторых моментах, конечно, тяжеловато, но так как в предыдущих играх мы хорошо проводили первую половину, а во второй половине у нас был такой определенный спад в физических кондициях, поэтому тренер сделал больше усилий на того, чтобы поддержать физическую форму. Поэтому, да, конечно, некоторые моменты тяжело, но мы справляемся. Тренер ротировал нас пятерками, поэтому я не думаю, что была ставка на результат, а он хотел посмотреть, как мы читаем игру, как мы играем в защите, в каких мы кондициях находимся. И я думаю, это мы проделали хорошую работу в этих трех играх, и тренера помогали, и игроки. То есть была ставка для того, чтобы посмотреть, в каких мы кондициях, и посмотреть всех игроков, которые были заявлены тогда.